этап. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Царицей небесною каюсь я, с преклоненной главою стою. Богородице Дева, радуйся, вдохновенно и тихо пою. Еле слышно звучит величальная надо мною, как будто паря, пустоту наполняя печальную и небесную радость даря. При свете лампады у образа я в молитве смиренно склонюсь. Ты, надежда моя, Богородице, твой бой сироп, да не постыжусь. Помоги ты мне, благословенная, грех, живущий во мне, одолеть. Чтобы с чистой душою нетленною путь в бессмертие преодолеть. Не остави меня, Мать Божия, и молений моих не призри. Ты у сына, тобою же рождена, мою душу навек отмоли. Пусть простит мне Господь грехи бренные, а когда призовет мир иной, ты, владычица мира нетленного, мою душу навек упокой. Пред царицей небесную каюсь я, с преклоненной главою стою. Богородице Дева, радуйся, вдохновенно и тихо пою. Богородице Дева, радуйся, вдохновенно и тихо пою. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Виктор Воробьев из города Липецк. Я прям заслушался. Вот откуда у вас такие дары? Откуда такой голос? Откуда такое владение гитарой?
Вы что, профессионально занимались всю жизнь эстрадными песнями? Да нет, нет. Все началось с самого детства еще, можно даже рассказать так, потому что этот момент я хорошо очень помню. Вот я вообще учился на фортепиано, у меня не полная школа, всего лишь все мое музыкальное образование, это 6 классов на фортепиано. Угу. Вот, но в детстве, вот, когда я приезжал к деду, вот у него висела на столе гитара. И вот я так подходил, раз, струнку попробую, прислушаюсь и отхожу, прислушаюсь и отхожу. И вот настал такой момент, Вадим, когда дед снял эту гитару, подошел, отдал маме и сказал: «Возьми, Рима, может быть, еще кто-то в нашем роду будет играть романсы». Вот это у меня хорошо в памяти осталось. И вот у меня есть даже такая песня, которая уже в зрелом возрасте. Она родилась, написана, я ее так без гитары просто напою, звучит она так. «Когда-то, помню, в детстве мой дед свою гитару снял со стены с улыбкой и мне вручив сказал: возьми, внучок, на память, владей гитарой старой, сказал, как будто приговор всей жизни прочитал». Потом со школьной парты меня к себе позвали. Те, кто в гитарах верных тепло души нашли. Мерцающие звезды, мы нас ансамбль назвали. И с этим звучным именем пленять сердца пошли. То есть как вот в те времена все было. Да, школа, прошли, да. Школьный ансамбль. Вокально-инструментальный ансамбль. Да, вот эти песни. Это все. Потом армия. После армии тоже уже играл более профессионально, даже поиграл в ресторанах. Вот. Но потом все это до филармонии ушло. Не дошло. Нет, нет, нет. Приглашали, были у меня приглашения, но туда жизнь повернулась немножко по-другому. Угу. Это очень долго рассказывать. Вот. И в 33 года возникло такое чувство, не знаю даже, как сказать, слово такое появилось, вот на слуху у меня «нехристь». Я думаю, как же я так живу? Вот я не крещеный, вот нехрист и все. И я вот пошел, поговорил со священником, крестился. Все. После этого как-то вот жизнь изменилась, потому что начал думать, а во что я крестился, как, для чего, что это. Вот, начало приходить понимание. И, конечно, вот те песни, которые писались, вот они, не знаю, как это правильно сказать, наверное, сменили вектор, что ли. Да. И вот уже все пошло немножко по-другому. Был такой вопрос у меня. То есть, если это есть, то есть, когда вот я был неверующим человеком, когда я только начинал понимать, если это есть, то большая глупость, что я не с Богом. Если этого нет, то вообще не надо об этом думать, и все. И вот я себе поставил этот вопрос, начал в нем разбираться и, в общем-то, стал верующим человеком. И вот потом пошли уже вот эти песни, фестивали православной авторской песни. И вот песню, которую я сейчас исполнил, она звучала здесь, в Александро-Невской лавре, на Александро-Невском фестивале. С людьми, которые пригласили меня, я познакомился на другом православном фестивале в городе Воронеже, «Ковчег». Вот там... первый фестиваль, и вот там мне дали гран-при. Меня настолько это вот воодушевило, конечно, это был очень сильный толчок. Вот. И там после этого вот потом Александро-Невская лавра тоже очень хорошо. Здесь настолько вот люди, с которыми я подружился, познакомился, мы потом общались вместе, приписывались. Ну, то есть вы попали в эту среду? Ну да, да, да. И вот потом было приглашение в... съездить на фестиваль «Небо славян». То есть это вот фестиваль в Витебске, городе наших трех народов, белорусы, Украина и Россия. Вот. И вот там к этому фестивалю была написана песня «Неси свой крест». Угу. Это, в общем-то, песня, она немножко биографическая, тоже о себе. Вот как, что было, как, откуда. Пожалуйста, это... Можете сыграть сейчас? Да, 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 конечно. С радостью, с удовольствием. Суетой земной был грешный мой ум омрачен. Я влачился по жизни, как странник в неведении мгле.
Но в душе при крещенье Творцом огонек был зажжен. Благодатью своей сохранял он надежду во мне. Долго тлел огонек и теплом согревая мне душу. Взор и мысли мои устремлял высоту к небесам. И шторма страстей все пытался я выплыть на сушу, чтобы очистить от сути греховной души Божий храм. Нас одарил теплом без меры огонь Творца, и нам дано его хранить. Огонь любви, надежды, веры, его нельзя в душе бессмертной погасить. Мы очистим от грязи и смрада нетленный свой дух, лишь вернув нашим храмам святые кресты на главу, чтобы услышать вновь звон с колоколен, ласкающий слух, и прозреть, и увидеть невидимое наяву. Жизнь Христа не от мира сего, вопреки земных правил. И несем мы свой крест, приближаясь к последней черте. Если в сердце своем место ты для Христа не оставил, значит, жизнью своей вновь распял ты его на кресте. Нести свой крест по жизни надо, пусть тяжек он и не дано с него сойти. Неси свой крест, в нем вся награда, а без нее души бессмертной не спасти. Неси свой крест, в нем вся награда, а без нее души бессмертной не спасти. Спаси, Господи. Я так понял, что ваши песни, они рождались и... Они какие-то вот периоды жизненные, да, они, как вехи были, да? Ну да, так, да. Как какой духовный отчет о прожитом? Что внутри происходит? Да, происходит. Вот старалось сразу как-то и, вот что-то так, это спеть, можно сказать, написать. Как такая песня на исповедь, да? Состояние, ну да, наверное, души. Так. Размышления на эту тему. Да. Вот размышления, как, ну, это, что и вы все... надеялись, что это тоже коснется тоже чьей-то души, потому что то же самое, ну, происходит, конечно, и в другом человеке, правильно? Ну, конечно. Когда мы же поешь... все как один, особенно христиане, мы все во Христе, у нас и чувства, и мысли, и наши чаяния, стремления, они очень одинаковы. И, может быть, это кому-то тоже обрести Христа, потому что такая строчка, если ты, значит, не оставил места для Христа, то ты таким образом его распял. То есть ты отверг его. Ну, да? Да? Так получается? Конечно, конечно. Это, ну, может быть, как и для вас вот слово «нехристь», оно явилось таким толчком. Я даже знаю, люди, да, вот как искусство действует. Приходит человек там на рок-концерт какой-то, или и вдруг услышит какое-то слово, и ну, как гром среди ясного неба. Он бежит просто в храм. Ну, конечно, искусство бывает. Так действует. Да, бывают такие слова и песни, конечно, они трогают человеческую душу, человеческое сердце. От чего же поворот получается? Конечно, человек начинает задумываться. Ну, даже вот, допустим, вот, есть такие и шансонные певцы, как там Сергей Трофим, да?
Ну, да. Спают золотые маковки церквей. Очень хороший. С одной стороны, как кажется, на лубочной такой, ну, нет, такие нет. образы. А потом, когда внутрь-то вдумываешься, и так трогает за сердце, что даже слезы наворачиваются. Понимаешь, с каким чувством человек ее писал, когда ее сам исполняешь, вот просто да. понимаешь этого человека, это очень важно. А вы вот не пытались в храме петь? Ну, я в храме вообще пою. Поете, да? Да, я в архиерейском хоре пою у нас в городе Липецке. Вот. На моей жизни встретился такой прекрасный человек, Александр Викторович Черников, это наш регент. Вот. Когда я выступал с песнями вот после фестивалей, вот, где еще можно выступить, я пришел, естественно, узнать, вот как, где можно с православными песнями. На рождественском концерте, на пасхальном концерте. Вот человек меня туда допустил, послушал, допустил, а потом просто предложил, вот, ну, не хотел бы ты попеть у нас. Вот. Все, я, конечно, с радостью, с огромной радостью согласился. Вот сейчас теноровую партию. Да. И вот сейчас я пою там, его, за что ему очень-очень благодарен. И всем, кто вот со мной там работает. А ваша авторская концертная деятельность, она как, в каком состоянии? Ну, вы знаете, сейчас я больше занят вот именно пением в хоре, потому что для меня это все-таки, у меня не хватает еще образования такого, чтобы вот так вот. И поэтому очень много времени уходит на того, чтобы заниматься собой, чтобы правильно петь. Вот. А выступления у меня были вот в педуниверситете перед студентами, в воскресной школе, тоже перед родителями. Потом у нас был концерт в епархии, тоже предложили сольный концерт со своими песнями, я выступал. Вот. Потом мы сотрудничали в епархии с разными людьми. Вот сейчас у нас есть такой патриарший детский хор. Вот они тоже исполняют две моих песни, слава Богу, «Возрождение» и песня про князя Владимира. Вот. И потом, не потом, вернее, это было раньше, была записана песня, клип на песню о таинстве венчания «Православная семья». Очень хотелось вот написать песню про таинство венчания. Никаких мыслей не было, никаких ни зарисовок мелодии, ничего. А почему-то вот в душе очень хотелось. И вот вы знаете, когда очень хочешь, наверное, просишь у Господа, или Господь видит твое желание, он, наверное, вот все-таки посылает. И в конце концов родилась песня про таинство венчания, которая записана была в нашей епархии на телестудии «Свет мира». Вот монахиня Агафона руководит этой студией. Вот. Я бы сейчас с удовольствием ее исполнил. Хорошо. Светил свет свечей венчальных, трепет радостный в сердцах. Богородице с младенцем и Спаситель на венцах, на святом престоле кольца и служитель алтаря совершает чин венчания. Здесь рождается семья, православная семья, пред вратами алтаря. И нисходит Дух Святой к паре молодой. Торжествует старый храм, Бог Господь явися нам. Из-под самых куполов вечная любовь. Храм наполнен нитным светом, веры в промысел Творца. Зажигаются повсюду православные сердца. Слышится многоголосый склироса напев живой. Он плывет под куполами и над парой молодой. Православная семья пред вратами алтаря, и нисходит Дух Святой к паре молодой. Торжествует старый храм, Бог Господь явися нам. Из-под самых куполов
вечная любовь. Пусть семьёю крепнет вся Русь, земля моя, Господом вовек благословенная. Чистых душах светлый Божий страх и слова молитвы на устах. Две судьбы свиваются в одну звонкую струну. Православная семья пред вратами алтаря, с нею молится и вся русская земля. Славная семья. Спасибо, Господи. А интересно, как вы ощущаете свой голос, вот, как дар Божий? И вот откуда взялся у вас голос? Ну, да не знаю, как всегда пел. Да. Сначала подражали, наверное, да? Ну да, конечно. Песнеры, конечно. Да. Обязательно, да. Это не без этого, это при том, все это под пластинки, под песни, конечно. Это особенно в детстве, это все копирование. Вы понимали, такое, что вы можете так же, да, как-то? Ну как, очень трудно себе сказать. Да, вот когда поешь, думаешь, да, какой я хороший, я все пою. Когда выходишь один, ничего не получается почему-то так же, как у них. А. Вот, это потом уже, когда приходит. Опыт приходит. Да, конечно. Ну, я так понял, что вы очень любите мелодию, гармонии такие, они у вас достаточно сложные, ну, не такие простые, как вот, знаете, три аккорда «Я сыграю гордо». Ну да, как вот на душу ложится, вот так вот происходит. Ну, то есть вы любите поиграть гармонии, чтобы голос там сочетался. Ну, это, видимо, привит вкус, ну, или вы сами его себе прививали, как-то у вас, наверное, там душа так отзывалась. Ну, наверное, да. Этой гармонии, да? Сказать, как это происходит, по-моему, человек не может, потому что это происходит где-то не в сознании, а где-то вот в подсознании, там в душе, в сердце. Ну, вы знаете, для некоторых люди так тренируются, так голос там развивают, и у них ничего не получается. Вот. А другим Господь дает вот даром. Вот. И я думаю, что этим даром надо пользоваться, чтобы он приносил пользу. Вот. В данном случае, слава Богу, что вы воспеваете, ну, вот, Бога и его творение. Еще и ответственность. Если тебе дано, значит, ты должен и отдавать. Вот, ну, это да, тоже очень важно. Поэтому вот такие песни. Вы к этому пришли, да? Конечно, конечно. Может быть, Господь, отработаете какие-то грехи своим талантом, да, прошлое? Ну, конечно. Это же тоже возможно? Да. Вот. Ну, покаяние, конечно, не отменяется. Значит, вы поете в архиерейском хоре, то есть это только на праздничном хоре или будничный есть? Нет, в праздничном хоре архиерейском, а вот мы были в поездке, интересная тоже вот история у меня произошла буквально недавно, это мы ездили на Соловки и попали в группу с супругой вместе, попали в группу священника батюшки Михаила, это у нас есть такое село Крутые Хутора. Вот, и там такая общинка небольшая, и вот мы с ними. И мы настолько вот познакомились, приблизились, полюбили друг друга, что вот сейчас вот в простые дни я езжу туда. И вот там просто, ну, душа поет, душа отдыхает. Вот, пусть, может быть, там не совсем такая правильная музыка, какая вот здесь все по нотам, все как немножко от души. Вот, например, вот, не знаю, как это сказать, хочется рассказать, как это, но словами ведь не покажешь, да, что в душе. Но вот, например, такой момент очень интересный. Вот Пасха, когда после Пасхи мы поем стихиры Пасхи, и вот там есть такие слова, поем. «Воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем». И вот в это время вот весь клирос, сколько там человек, не так много были, вот просто обнимается. И вот, понимаете, это вот я лично ощутил, что вот это вот и есть вот эта церковь, вот это и есть тело Христово, вот когда раз и все вместе. И вот, может быть, вот ради этого стоит жить. Вот такая вот. Слава Богу, мне тоже хочется как чем-то поделиться, но не знаю, уже передача у нас подходит к концу, первая передача.
Конечно. Встретимся. Может быть, я тоже что-то спою? Ой, с радостью. Ну, я давно просто пел, не пел песню. Она называется «Это не сон». Это не сон, а дом. Рядом со мной все, что случилось в нем. Сейчас, всегда, сейчас. Всегда годы мои идут рядом со мной, все, что осталось тут. Сейчас, всегда. Сейчас, всегда, этой весной я посажу цветы. Этой весной я отыщу слова. Весна всегда. Всегда весна, сейчас, всегда. Такое было настроение, вот, мне оно показалось созвучно нашему сегодняшней передаче. Передача заканчивается, рад был с вами познакомиться, встретимся в следующей передаче. Дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был Виктор Воробьев. Спасибо. Город Липецк. И я, священник Анатолий Першин. Божьей всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания.